Приветствую подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня мы произведем замер твердости коренных и шатунных шеек коленвала, произведенного в Турции фирмой GenMod. Коленвал устанавливается на двигатель D4AL автомобиля Hyundai HD72. Произведем замер. 54,3 показывает коренная шейка. 50 на шатунной. Коленвалы, закаленные термообработкой, должны иметь твердость шеек 50-55 единиц. То есть данный коленвал соответствует нормам.